сейчас стань. О, господи. Не подсказывайте ей. Что, блядь? Что ты сейчас говоришь? Что это, блядь? Подсказки дай. Мимо сразу. Брюс Уиллис! Крепко режет! Правильно, бро! Вот да! Кстати, чувак, который играет стрелу, лох. Привет, это канал Негодяй ТВ. Я Жека, и это мой голос. Голос? Голос! А, это же это твой голос. Какого хрена они смотрят на нас? Поглядите, сколько нахрен народу приперлось на Эпик-кон. Да, меня тоже пригласили на эту вечеринку. Там нас хорошо видно. А, это мой новый кореш Блэкпул. Талантливый крендель, как я. Сейчас я буду задавать очень простые вопросы о кинематографе людям, которые, видать, шарят в кино. Приветики. У тебя ляшечка не замерзли случайно? Очень четкая бороденка. Я типа СМИ сегодня. А, сука, я же не сказал никому. Я СМИ! У меня все по закону. Скромный директор детского сада. Доцент. Доцент? Что за фильм? Это американский или русский? Это русский фильм. Подожди, мне название фильма нужно сейчас сказать? Я не помню, чувак, название фильма. Ты охренел? Что это за фильм? Они искали клона плохого чувака. Какой-нибудь добрый. Какая-нибудь семейка Адамс, может быть. Тут, скажи. Школа самоубийц. Да нет, какой фильм? Школа самоубийц. Да нет, это... Диана, помоги! Где ты, Диана? Доцент? Да. Операция... Нет, Седовласка, нет. Нет? А вон оно! Дерево! А вон мужик! Все, вы пиджаке. Засмущали. Ну? Я не знаю. Класс убийц. Да это старый советский фильм, как же он называется? Нет. Верблюд ему харкнул, в его хлебало. Джентльмены удачи. Красава. Фак. Джентльмены удачи. Я не помню, ты мне тяжелый вопрос задал, негодяй. Сука, это джентльмены удачи. Удачи. Я так говорил, бро. Какой ты умный человек. Это Оливер Квин, чувак. Этот Василий Алибабаевич. Этот нехороший человек. Мне на ногу батарею сбросил, падла. Зачем в бабу-то нарядился? Я самурай Керенский. Ёпа-мать, никогда не понимаю, но вопрос тебе задам. Короче, назови имя и фамилию режиссера фильма «Криминальное чтиво». Хер знает, короче, отстань. О, господи. Не подсказывайте ей. Мимо сразу. Мимо сразу? Мимо сразу. Мы же это, патриоты. А ты типа славянин, что ли, да? Я маленький добрый педобир. Я смотрю детское... Кто ты? Я педобир, я смотрю детское портуха. Педобир? Да. Педобир. Понятия не имею. Ты не смотрел «Криминальное чтиво»? Я не смотрю телевизор. А что ты смотришь? Ютуб? Я смотрю «По Лиге легенд про игры». Кого? «По Лиге легенд про игры». «По Лиге легенд про игры»? Тарантино. Тарантино! Молодец! Добро! Молодец! Тарантино, ты молодец! Да ты проклят империализмом, бред! Бой. Он же Орешек, он же Ястреб, он же спасет тебя и тебя от Армагеддона! Кто это? Кто это? Кто это? Давай. Ты, 15-летний, крашено-ногтевый... Ты его знаешь, чувак! Блондин! Нет, чувак, я не... Этот... Да он Деми Мур, он ее как бывший муженек! Как же его зовут? Который еще в Васаби играл, как зовут? Васаби? Парень, как его, он... Как вы? Да это ни хрена не жанра, но, ребят. Это они все столпились, чтобы с тобой сокровесить, да? Ничего себе. Лысый мужик, уже не молодой. Вин Дизель? Брюс! Брюс Уиллис! Крепко режет! Правильно, бро! Вот да! Брюс Уиллис? Да! Я думал, он скажет Брюс Уиллис. Я тоже. Не помню. Брюс Уиллис. Брюс Уиллис, йоу, мэн. Не понял. По-моему, ты все понял, недоносок. Эти ребята меня сюда подтянули, а? Привет! О, приветик, как делишки? Хорошо. Рассказывай, что будем делать? Мы сегодня будем вступать в регистр потенциальных доноров костного мозга для того, чтобы спасти человека от смертельно опасного заболевания. Донорство костного мозга – это вообще не больно, не вредно, не опасно, а это отличная возможность спасти своего генетического близнеца. У каждого из нас есть генетический брат-близнец. Один на 100 тысяч человек. А вдруг он заболеет? Вдруг мой братка заболеет онкологией или другим тяжелым заболеванием? Он может никогда не дождаться
донора? И вообще, как он может узнать, что у него есть доноры? Причем это ты! Генетические болезни, они лечатся как раз-таки благодаря трансплантации. А человек, который может стать донором, он не тратит абсолютно ничего. То есть он тратит только немножко своего времени, но зато кто-то появляется, у кого-то появляется возможность на жизнь. Но теперь я в теме. Если вдруг моему брату, неважно из какой он страны, понадобится моя кровь, ему не придется долго ждать. Мне сразу позвонят, и я нацежу ему крови сколько угодно. Сечете, о чем я базарю? Господи, мы... Тише, тише, здесь же ведь как в больнице. Господи, мы тебя везде искали, чувак. Я здесь, я сдаю кровь. Погнали дальше, Петик. Ты мне перехватит, Петика меня назвать! Меня подставили! Это говорю не я, это мой внутренний голос. Да. Это шоу «Голос». Хорошо, давай, валяй, бородач. Поехали. Так. Я готов ответить на все вопросы. Крутой актер. Крутой актер. Снялся во многих фильмах. Давай, да. Своей игрой в кино заслуживает Оскара. Почти в каждом, сука, его фильме. Но получил Оскар за дерьмофильм, за говнофильм. Леонардо Ди Каприо. Правильно, брат, да. Да, ты молодец, парень. Это мое мнение, что фильм дерьмофильм. Ты согласен, брат? А это что ли, «Выживший»? Ну да. Почему? По-моему, прикольно. Кто с этим согласен? Что фильм «Выживший»? Ну так себе, I love you. Ну, банально, брат. Сценарий банальный. Конечно, я врубался, что он отшлепает Тома Харди у речки. Это все было понятно изначально. Но там же цель-то не в этом фильме. Цель показать там. В чем цель? Хотя я ждал этого фильма. Я люблю Тома Харди. Я люблю Лео этого пезика. Но разочаровали. Нет, там цель была показать Ди Каприо, его игру и как он выживал. Я понимаю, игра, блядь. Сожрать рыбу, ёпту. Я тоже смогу и буду выглядеть охуенно харизматично. Ну, хз. Да, да, согласен. Мне понравился зачетный фильм. Я согласен. Красава, брат, красава. Особенно, как он в конец спрятался. Мы вместе ходили вообще. Здесь нужно отрастить, сука, бороду, блядь, как у нас, понимаешь? Залезть в шкуру, блядь, коровы, понимаешь, или лошади. Лошадь или медь. Насрать. Нет, лошади, да, да. Достойных ролей у Лео было миллиард. А это, ребята, ну просто ни о чем. Я сидел в кино и хотел блевануть. Бля, ты сейчас вот взял и просто все испортил, блядь. Поехали. Все мое представление. Поехали. Давай, ладно, давай. Если вы считаете, что моя цена за эту негритру слишком высока для вас, тогда я желаю поступить так. Я возьму эту чертов молоток и забью ее до смерти! Ублюдок в свитере в красно-зеленую полоску. Кто это такой? Санта-Клаус? Нет! Что, блин? Что ты сейчас говоришь? Это, блин? Подсказки дай! Дэдпул играл. С когтями! Красно-зеленый костюм? Что ты себе позволяешь? Харли Куин! Не подсказывай ему! Мне можно все, я король! Это Джок? Нет, не Джок. Нет. Фредди. Какой Фредди? Меркурий, что ли? Крюгер. Молодец. Самый крутой сериал, где Рагнар, я скучаю по нему, Ивар долбоеб, Бьорн железнобокий, Лагерта красотка, а Уба весь, сука, в отца. Что это за сериал? Какой? Нет. Никого из них. Кто это? Это сериал «Викинги». Молодец! Викинги! Молодец! Ему? Вик, молодец! Любишь? Да ладно, серьезно. Это самый крутой сериал. «Викинги» печальный сериал. Все остальное дерьмо. Все, молодец. Тусуйте. Он воин, он безумный, он не любит Бэтмена. Я? Он легенда. Зеленая звезда. Ни хрена. Хрена. Ни хрена. Хрена. Ни хрена. Кстати, чувак, который играет стрелу, лох. Уходим отсюда. А, в смысле, стой, он Макс. Фамилия актера. Фамилия актера? Ты видишь, у меня вообще с именами все беда. На хрен ты приперся сюда вообще? О, это у него же еще такая трапеция да большая. Да он вообще крутой чувак. Это был Том Харди, брат. Блядь, правда, да. Я лишь хочу сказать, что если вам нужна помощь, я готов разогреть вашего парня. Раньше дрался? Что, продолжай. Продолжай. Ты мне 200 баксов должен. Святой отец, исповедуйте меня. Я наркоман. Наркоман не самый страшный грех. Это зависимость, которую можно победить, сын мой. Какая самая страшная хрень, которую нельзя мне делать? Самая страшная вещь – это жрать после 6.
Она... Он назвал меня девочкой. А кто ты? Я мальчик. Покажи свои яйца. Нет, потрогай. Мои яйца не надо. Нет, потрогай мне яйца. Как с хиролет должен трогать ей яйца? Да потому что у меня грязные руки, а нет, у меня перчатки нет. Давай, проверю на прочность. Ты готова? Да. Точно? Да. Тормози, парень. Ладно, я просто потрогай ей яйца, и все. Да он сыт. Твою мать. Все нормально? Ты жива? Все хорошо? Бля, хорошо пробил. На что вы смотрели? Вы что? Вы сумасшедшие, что ли? Психи! Мазохисты! Я девочку чуть не убил! Да я не девочка! Да черт! Лучше бы ты потрогал ее яйца! Отвечаю. Правильно. Вячеслав Дацик? Приветствую. Классный был бой с Тарасовым. Было супер. Это хорошо. Ты неразговорчивый. Почему? Старый уже. Видосик подошел к концу. Как вам понравился такой формат? Я назвал его... Голос! Это голос! Да, это голос. Да, и в описании будет ссылка на моего нового кореша, Blackpool. Мне очень нравится этот парень. У меня с ним, мне кажется, очень много общего. Я даже стал говорить, как он. Да, я могу себе такое позволить, я же негодяй. Залезай на Blackpool, ее. И подписывайся на все наши каналы, на все это дерьмо. Спасибо. Лайки-майки. Пишем в комментах. Эй, чувак, ни хрена себе, ты классно прикал. О, чувак, вот ты как обычно бомба. И Blackpool, кстати, красавчик. Вот вы два классных кренделя. Йо, респект вам и уважухи, ребята. Миллиард вам подписчиков и просмотров. Вот такое пишем. Спасибо. Danger, manager, everybody there. Кстати, вчера посмотрел «Мстителей». О, сука, как же это круто. 'Cause I'm out of control, I'm so insecure.